Всем привет! Сейчас мы поговорим о хлебопечках, а именно о запчастях на них. Что можно сказать? Ну, хлебопечка, вот ведерко, в ней готовится хлебушек. Засыпали муку, включили кнопочки, и оно погнало себе. Но в чем есть загвоздка? Все, что крутится, вертится, иногда бывает ломается. У кого какие были поломки, в комментариях, пожалуйста, интересно, пишите. А мы поговорим о ремнях. Вот ремни на хлебопечку. Снимайте ремень, обычно они зубчатые и с маркировочкой. Вот. По маркировочке или по названию хлебопечки находим вам ремешки. Также хлебопечки сейчас частенько бывает ломается лопалка, мешалка, которая находится в ведре. Тоже будет под видео в описании ссылочка на лопатки, ссылочка на ремешки, где можно приобрести и почитать более подробную информацию о них. Также в описании будет указан телефон Viber, вы сможете прислать фотографии. И будем обсуждать, куда, как покупать. Мы занимаемся запчастями, большой выбор ремней. На хлебопечке, стиральные машины, у нас вообще большой выбор запчастей на бытовую технику. Повторю, лопатки, ведерки, ремешки. Почему они ломаются? Ну, потому что тесто либо сильно густое, либо что-то сыпите в тесто. Ему двигателю тяжело мешать, рвется ремешок или ломается лопатка. Ну, ничего страшного, запчасти все есть, всегда что-то ломается. Если работает, то значит ломается. Ну и как всегда, было полезно, ставим лайки, подписываемся, дальше будет много интересного. Также в описании все это, где купить ремешки, запчасти, лопатки, мешалки на хлебопечке. Рациональные предложения, вопросы в комментариях, пожалуйста. Какие у кого поломки были, рассказывайте, пишите, не стесняйтесь. Всем удачных ремонтов, папа!